Держи, держи, держи. Держи, держи. Закрой. Я тебе дал воду. И теперь мусор за тобой еще раз. А, они себе не поменяли? Да это маньяки жесткие. Я на горке стою. Ему говорят, у тебя сцепление. А он по... Тихо, тихо, тихо. Непонятно, что течет. Ну, такие фиолетовые. Фиолетовые, да. Передолжа вытекло. Да, в Италии был? Он даже в Италии был на РФС, так что ты ему не рассказывай, что делать, понял? Не, я ему говорю, все ему там говорят, уже не иди. Все ему пофиг, он в Италии был. Чуть, более, да, второе место, скажи, или третье, я не помню. Ну, нормально там они. На поле брали в участок? Смотри, морозит такой, да? Вот эта котлета, Шрек на спецучастке в Харькове в 15 минут не уложился. У них то ли 9, то ли 10 минут на том спецучастке, где Шрек не вложился. Это серьезно. Я тут тоже не пришел десятку. Восьмерка или десятка? Да. А у тебя одного участка не было. А у тебя одного Нет, участка не было. Что ты, охлаждаешься или что, Боди? Как вы там, нормально все? Лучше едет? Да. Так, Олежек. Олежек. Ходом. Красавчик. А знаешь, что он так хорошо едет? У него штурмана Руслан зовут. У нас почему-то, когда штурман Руслан, все ломается. Когда пилот, может? Да нет, когда штурман тоже. Когда штурман тоже. Слышишь, что хотел рассказать? Вы не знаете, что там за машина, кстати, Саня? Ну вот это, что едет. Там мотор стоит переднеприводный, развернутый впереди. А, поперек стоит? Переднеприводный вдоль стоит. С переднеприводной коробкой. Раздатки не... Одна полуось, это один мост, вторая полуось. Нет. Понижение за счет этого сделано. На раздатку идет с полуоси. Передняя свободная фланец. И она за счет этого, ну, легкая очень, и нет свеса впереди вообще. Посмотри, свесов ни сзади, ни спереди почти нету. Сейчас будет экшен. Приготовьтесь. Сейчас будет экшен. А лебедка не работает, блин. Надо, чтобы толкал, чтобы... Но он плавает, он не тонет вообще. Смотрите. Да, лебедки-то нет. Вообще, как Toyota? Toyota быстро сделала из рулер. Toyota как переплыла. Но он не тонет, да, он легкий очень. Экшен не удался. Если б был... Ты понял, что творит? Ты понял, что творит? Штурман руками подтянул и все. Да, он даже он сам сказал, он трос просто убрал, чтобы он не намотал ее. Дельфин, понял, какая тебе нужна машина? Крис, тебе вот такая нужна легкая. Лучше надо? Куда лучше? Лучше не бывает, ты что? Тут никто так не проезжал. Так это ж ТР-1. Или ТР-3, а ТР-3. Ну не важно, машина ТР-1. Не, мотор свой, только коробка другая. А коробку можно. ТР-3. Блин, Олежек. Красиво. Олег, ленту смотри! Вчера были полочки. Сегодня я забыл. Там. А, да. Кстати, да. Они на коммунике выезжают. Да. А вчера вообще никак проезжаешь. Глянь, там кто-то сидел, видели? Не ровно вообще. Быстрее, быстрее, помогай. Выпал штурман. Штурман для этого, Ну, видишь, какой компактный у него, легкий такой. Там и пилот легкий, кстати, 62 килограмма. Они меня катали как-то, вообще страшно было очень. Лебеда, смотри, как работает. Крис, ты видишь, как лебеда работает? Это лучше, я так лучше сделал. Так, ну, я бы тут поехал, да? Да, тут мы прям.
Понял, отпустил, вывернул руль. Там ступенька нереальная уже. Да, где-то был. Сейчас. Так, финиш, красавцы. Сейчас пока не вижу его. Да, молодцы. Так, путешественник идет в бой, называется. Вова, Вова, что за это? А как ты тут идешь? Тут нельзя тебе, ты чё? Я участник. Давай, чё, вам смотри. Так, 70-ка с путешественниками. Хорошо зашел. Да, хорошо. Да, Крис тоже зашел четко. Так, перестань бегать перед камерой. Я тебя снимал, ты есть тут лебедка. Серьезно. Сейчас на место экшена едет. Будет экшен, Андрюх? Может быть. Вова, левее скажи ему, чтобы зашел. Нам нужны просмотры. Вова, нам нужны просмотры. Все равно вы на призы не идете уже. Вова. Перегазовал немножко. Ходом уже не получится, наверное. Да. Хотя машина серьезная, может. Надо было Они любят плавность. Бодя, где вы едете сейчас? Сейчас еще одна 70-ка, очень известная. Потерял это время. Неплохо. Серьезный пилот едет. И штурман. Пластмассовая 70-ка. Не, сейчас будет квадроциклы. Но это не наша тема. Хотя тут серьезная бригада. Ну, Сана, что ты не сказал, что там в ходе?
Что? Да. Так я еще удивился. Не, ну вы такие... Вы просто осторожные ж такие, я думаю, ну, чтобы не сбить вас с ритма. Это же не в Танзании англичанина кого-то вытягивать, блин. Вова, тут ходом надо брать. Тем более вы на Тойоте, ё-моё, на облегченной. Взвешивали, сколько весит? Не знаешь? Первый уже здесь. Ого, хороший кадр. Понял, машина вот такая легкая должна быть, чтобы вот так на руках ее можно было выносить, если лебедка плохо работает. Да, копнули там стена уже. Так, наши поехали. Очень быстрый штурман. Бодя, Бодя, осторожно, блин. Какие-то у него трусы спортивные, видел? Леха, ходом, ходом пробуй. Не пробует ходом. Да Бодя вообще, у него спортивные кроссовки и трусы, блин. Я отдаю. Отдаю. Пошла. Это жесткий парень. Снимаешь что? Там жена единая. Не-не, подровняй, подровняй! Там что-то уперся во что-то. Правее колес! Право, 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 право. Еще право. Будя оторвался. Отрывается по полной, да?
Красавцы. Молодцы. 4,55.